This Russian openly threatens in Estonia that after Ukraine, Putin's Russia will attack Estonia and destroy its civilians. After that, I will repeat the question, do ordinary Russians need a Schengen visa? Всем привет! Сегодня пиндосовские марионетки, эстонское правительство, прямо сейчас демонтируют памятник, который находится по дороге в Уснарву. Памятник Т-34. Вот такие вот мрази, ничего не боятся, никакой ответственности. Закрыли дорогу, перекрыли, нагнали военных, 20 машин, собаки, и демонтируют наш памятник. Какова же будет наша реакция, у меня вопрос. Что мы будем делать, русские язычные люди? Надо как-то реагировать на это. Ваши комментарии. Я призываю найти фашистские памятники, которые поставлены в Эстонии, и заниматься актом вандализмом. В общем, по мере возможностей надо что-то делать. Вот такое вот пиндосовское государство. Ну что ж, сегодня Украина, завтра Эстония. Слава России! Неужели вы думаете, эстонское правительство, что когда сюда придет Россия, кто-то из наших детей, которые давали вам присягу, мрази, пойдет защищать вас, быдло эстонское? Никто не пойдет вас защищать. Наши дети не пойдут воевать за вас, за натовских проституток. Так что имейте в виду. 2 часа, я надеюсь, Россия будет в Таллине. Кухлоярви, Нарва встретят с распростертыми руками русские войска, блин. Виват Путину! Слава России!